Привет-привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова и топ-10 каталога номер 2 компании Oriflame. Почему я всегда рекомендую выбирать топовые продукты? Для того, чтобы облегчить вашу работу. Поставьте такие красивые яркие закладочки на самых интересных страницах каталога и раздайте каталоги клиентам. Поверьте мне, что больше всего заказов будет именно с тех страничек, которые вы выбрали сами, отметили какими-то яркими акцентами. А еще есть очень классная рекомендация: обязательно подписывать каталог, это во-первых. Во-вторых, на самых интересных страничках можно делать какие-то надписи, ну какие-то свои изюминки по поводу этого продукта, то есть свои ощущения или что человек получит, применяя этот продукт. Сейчас я вам покажу свои топовые продукты, которые я выбрала и с которыми я активно работаю, а вы, конечно, выбирайте свои. И первая страница — это целый разворот. Кстати, здесь у меня контактный телефон и визиточки приколот внутри, чтобы обложку каталога не портить. И первый разворот — это наши парные ароматы Eclat Toujours и Eclat Amour, мужской и женский. Это целая парочка. Как вы думаете, почему эти ароматы будут популярны? Есть на то первая причина. То, что скоро день влюбленных, и люди любят покупать парные ароматы, ну, чтобы это их еще больше объединяло. Во-вторых, еще скоро у нас 8 марта, 23 февраля, и новые ароматы у нас участвуют в акции, благодаря которой вы можете получить или подарок, или поездку, куда, вспоминаем, по-моему, в Париж. Я, может быть, я уже не помню, ну, по-моему, да, конечно, поездка в Париж на двоих, ну это чудо. Можно выписать пробники аромата, они приходят в таких вот красивых упаковках, внутри вставлен пробник, и можно просто с ним прийти, это будет акцентно и красиво. Можно просто подарить человеку, который сможет подегустировать несколько дней этот аромат и потом определиться, брать или не брать. У меня вот один мужской остался, остальные я все раздала, куда-то они у меня делись уже. Ароматы мне понравились, оба аромата интересны, себе буду брать обязательно, во-первых, потому что хочу поучаствовать в акции, я планирую выиграть путевку в Париж, а еще я просто хочу новый аромат. Мне вся линейка Eclat очень нравится, все ароматы, которые выходили в этой линейке, я всегда заказывала и даже многие из них повторяла, да не многие, а все повторяю, потому что они действительно классные. И у нас аромат, сейчас уточню точно, что это будет за аромат. Аромат у нас туалетная вода, не парфюмерная, а туалетная, и стоимость всего 999 рублей. Отличная цена. Дальше, следующая страничка посвящается тоже амурным делам, это серия Дар Афродиты, и в эту серию входит гель для душа, масло для тела и спрей для тела и постельного белья. Какая прелесть! Можно потереть страничку и вдохнуть этот чудесный аромат. Очень хорошо пахнет аромат, и я просто могу вам рассказать, ну, во-первых, я не пробовала еще эту серию, пока у нас не привезли новинки в бизнес-центр, но я могу сказать по опыту прежних лет, что масло всегда роскошное в этих сериях, мы его используем как массажное, как масло для ванны, масло для тела, тут просто написано масло для тела, но также все масла можно использовать на кончике волос, чтобы их увлажнить, напитать. А спрей для белья и тело тоже очень актуально, чтобы когда открываешь шкаф, чтобы там вкусно пахло. Вот, поэтому я возьму всю серию однозначно, мне это очень, очень идея вся нравится, поэтому я даже не обсуждаю, что я это буду брать. Еще я отметила страничку с новинкой, это смягчающее средство для губ, кутикулы, пяток, локтей и так далее, то есть для всех сухих мест. Цена не дешевая на это масло, оно стоит целых 199 рублей, то есть да, с маслом, специальное смягчающее средство с маслом эквадорской розы. К сожалению, здесь нет возможности потереть страничку и вдохнуть этот аромат, чтобы его ощутить. Ну, я думаю, что он мне уже точно понравится, потому что масло эквадорской розы, оно богато незаменимыми для красоты кожи компонентами, витаминами, антиоксидантами, цинком, а его душистый яркий аромат способен снимать стресс. Мне уже просто понравилось все это, и я поэтому однозначно беру, и у меня уже есть заказы на это средство. Далее я отметила тушь для ресниц. В этом каталоге самое выгодное предложение на тушь, которая у нас победила, по-моему, в конкурсе Glamour
если я не ошибаюсь. То есть это тушь с экстремальным объемом, она не такая неординарная. Во-первых, она прикольно сделана, такой большой бочонок ярко-розового цвета, даже цвет фуксии, мне кажется. У нее лохматая большая объемная кисть, и щетинки расположены, знаете, как у ежика, во все стороны они торчат, такие колючие. Но она хорошо прокрашивает ресницы, поднимает их, делает объем. И вот для разнообразия, если надоела тушь 5 в одном, то обязательно нужно взять, попробовать такую. Вот мне она тоже показалась симпатичной, потому что мои ресницы достаточно капризные, и не каждая тушь им нравится, на них еще так сложно угодить, а эта тушь угодила, поэтому я ее тоже рекомендую смело. Ну и для разнообразия прикольный дизайн, тоже хорошо, и цена хорошая, всего 229 рублей. Далее я отметила страницу с помадами, стойкие помады. Есть супер матовые и просто стойкая помада, которая, ну, визуально выглядит такой глянцевой и приятный, как атласная помада. Почему я отметила именно эту страницу? Дело в том, что по моим наблюдениям у меня клиенты в основном просят матовые помады. Во-вторых, они всегда спрашивают, а она стойкая, а она хорошо держится на губах, она не растекается. То есть такие требования простые, понятные. Женщина хочет утром быстро сделать макияж и весь день, чтобы не вспоминать и не бегать каждые 5 минут в зеркало и не смотреть, а не потекло ли у меня, а не размазалось ли, а не поблекло, а не съелось ли. Поэтому я думаю, что эта серия, она будет очень популярна, тем более у нас приближаются праздники. А у нас, в принципе, у женщин как праздник, так новый наряд, и, конечно же, хочется новую помаду, потому что новая помада, она создает новое абсолютно настроение. Можно изменить имидж, просто поменяв цветовую гамму. Просто поменяв цветовую гамму, вы становитесь совершенно другой, с другим настроением. Поэтому помады надо предлагать. Это популярный продукт и очень актуальный. Следующая страничка, которую я отметила, это целая серия мыла и раз и два. То есть я две странички отметила жидкими мылами и мылами, или мылами, как правильно, напишите мне в комментариях, и с кусочками. Кто-то не любит жидкое мыло, кто-то наоборот не любит мыть руки плотными кусочками мыла. Я же люблю больше жидкое мыло, но у нас в семье всегда стоит открыто и жидкое мыло, и обязательно лежит кусочек, то есть какое хочешь, то используешь. Поэтому я всегда говорю, что мыла много не бывает, все вот просто подборка суперская, вот волшебная. То есть здесь есть и мед, и молоко в разных вариациях, новинка такая есть, с кардамоном и хлопком. Мыло скраб шведский спа-салон, кстати, шикарное мыло, оно так пилингует кожу, даже мне показалось, что немножечко грубоватые водоросли в этом, именно вот в этом кусочке, который мне попалось, потому что даже прям немножко царапки. Так, и наше любимое мыло для лица и тела Loving Care с миндалем, просто великолепно. И целая коллекция жидких мыл. Какое я закажу себе? Я вам скажу. Жидкое крем-мыло для рук Loving Care. У меня осталось немножечко вот этого фруктового микса. То есть этим сейчас пользуемся. Обалденное мыло. Пахнет просто вот... аж слюни текут, взрыв эмоций, позитива. То есть классная фруктовая подборка, мыло густое, концентрированное, то есть маленькое нажатие, не надо даже давить до конца, чтобы большую каплю, пол нажатия достаточно, чтобы шикарно помыть руки и просто насладиться ароматом. Очень люблю я мыло с лимоном и вербеной, я рекомендую. То есть если цена не имеет значения, то, конечно же, я рекомендую это мыло, большой тоже флакон, они все по 300 миллилитров, по-моему, да, абсолютно все, объем 300 миллилитров. Очень удобно, что они все с дозаторами, это для меня это очень важное условие, потому что это упрощает жизнь и делает ее более прекрасной. Чем это мыло выделяется из всех остальных? Дело в том, что в него включаются натуральные эфирные масла, и оно просто бесподобно увлажняет кожу, и аромат он очень стойкий, то есть достаточно просто искупаться или помыть руки с таким мылом, кожа пахнет, в ванной на всю квартиру этот чудесный свежий аромат. Я вот говорю про лимон и вербену, у меня прям слюнки текут, это очень вкусная, классная, классный вкусный продукт. Следующая страничка, которую я выбрала, это тоже наборы. Конечно, особенно я хочу обратить на неизведанную Камчатку. Я по моему опыту от него, от этого аромата просто все без ума. Он очень вкусно пахнет. Здесь нет, к сожалению, ароматической странички, но
я уже раньше брала эти продукты, и я знаю, что это очень классно. У меня есть клиенты, которые ждут с нетерпением и будут брать очень много этих наборов. И второй набор тоже интересный, гель для душа Озера Новой Зеландии, тоже хороший аромат. И вот они как бы, они больше на мужчин ориентированы, но мне, женщине, тоже это очень нравится, поэтому я не разделяю, что мужской или женский. Так, следующая страничка, я ничего не пропустила. Следующая страничка — это мужские наборы. Смотрите, здесь у нас шампунь, мыло и шариковый дезодорант, антиперспирант по отдельности. А страничка, которая меня вдохновила, это набор пена для бритья и гель после бритья. Представляете? Набор из таких двух шикарных продуктов, которые по отдельности стоят, например, без скидки пена стоит 420 рублей со скидкой 259, а гель стоит 360 без скидки со скидкой 199, что в сумме это уже 460 рублей практически. А по акции, указав длинный код, мы берем два продукта сразу всего за 299 рублей. Представляете, какая выгода? А если у вас есть скидка 20% дисконт, то вам этот набор обойдется всего лишь 240 рублей. Очень-очень впечатляет, потому что я заходила специально в Рубльбум, посмотрела, какой там разбег цен на пены для бритья. Но ориентируемся, что 300 рублей стоит только пена, а здесь весь набор 300 рублей. Конечно, этот набор будет самым популярным. Ну что дарить еще мужчинам? Ну конечно, пену. Раз в год, да, мы им дарим пену и бальзам после бритья. Ну и можно тогда же еще в набор добавить какой-то аромат, но аромат уже выбираем по тестерам. И завершает мою десятку мыло и крем для рук «Искра любви». Этот наборчик уже ко дню влюбленных ориентируется, и также его можно на 8 марта запасы сделать. Хорошая цена, всего 69 рублей мыло в такой красивой форме, и он с блестками, это еще придает ему больше шика. И крем для рук всего 79 рублей. Чудесный набор. Вот так вот будет выглядеть крем, 75 миллилитров, такой вот тюбик стандартный. У крема, я думаю, будет такая же консистенция, как у привычных наших кремов в таких тюбиках. Они по консистенции друг с другом как бы сочетаются, только отличаются составом и ароматом. И мыло будет в упаковке, вот это с прошлого года у меня, я брала по распродаже, чтобы тоже пополнить запасы. Просто хочу показать, что это красивый наборчик и недорого, если вы хотите просто сделать кому-то маленький приятный презент. Бабушке, маме, подружкам, которых очень много, и как бы это же не день рождения, чтобы дарить очень дорогие подарки, но что-то приятненькое, да еще и в форме сердца подарить всегда очень хочется. И если к этому еще приложить какую-то открыточку, а если еще сделано своими руками, это будет просто великолепно. Поэтому вот такая вот у меня десятка получилась. Для всех, для всей семьи мы угодили, да, то есть здесь есть и подороже продукты, и более такой вот приятной ценовой политики. Поэтому вы составляете свой набор, отдайте каталоги всем, всем, всем людям, с кем вы общаетесь, всем вашим знакомым, родственникам, и вот увидите, сколько у вас будет заказов, если вы чуть-чуть сделаете небольшое усилие в виде вот таких вот закладочек и маленьких историй о том, как это вкусно, как это классно и какой человек получит замечательный результат. Кстати, пена не показала, пена будет вот такого формата, просто в другом цвете, но объем и дизайн будет, да, вот примерно такой же, то есть размер. Вот, теперь точно все. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, пишите в комментариях прямо под видео. Я вам желаю классного нового каталога. Успехов вам. До новых встреч. Пока-пока. С вами была Лилия Донскова.